Так, ладно, продолжаем мы играть в Хаврата. В лосатика. Уничтожите заправку и постояльцев отеля. Ну что ж, ну поехали, побежали, пробежимся. Так, вот он, отель, да? Как ты меня увидел, а? Так, все, пока осталось, что их пока не трогаем. Так, ну 75 этих нужно убить, еще там дополнительные. Нам нужно убить 20-75, получается. Так, норм. Так, никто? Зачем ты в меня стрелял? Я от тебя что, что-то плохого делал, что-то. Я в тебя шел лично стрелял? Йо, а как это случилось? Это как так получилось-то? Бери дробовик. Так, ну где эти менты же едут, а? Да убегай же ты, я чё же тут? Просто так стоишь, что ли? Чё эти менты не приезжают? Уже должны как бы приехать, типа. Говорю, что так нельзя. Ко мне прибегаешь, я же, ну а развернись, ты, ну ладно, держи. Забирай-ка себе. 57 осталось. Так, а вот и тут вот кто-то нужен. Чё пришли, а? Где менты, кстати, бегут? Да, положи свой дробовик, я убиваю только тех, кто это. Я без надобности никого не убираю. Менты приедут, вот их нужно будет уже обязательно. Так, осталось 52. No. Не бери, а тебя что там, ты как-то обращал внимание. Так, бери пока дробовик, не могу из дробовика пострелять. Немножко из этого постреляем. Ты бегаешь, ходишь тут как на параде, а? Совсем уже. Ну, кто следующий? Ну там народ что-то бегает. Зачем взял? Так, не, пока не надо. Смысла пока нету. Так, ну два туда и отойдем. Посмотрим там. Мотель. Так, что у нас тут? О, то, что мне нужно было. Сразу урон, сука, это плохо.
Это не совсем хорошо. Сняли. А, нет, где-то вот тут вот стоит. Снял. Отошли вот так вот. Ой, там еще цель нашел. Так, уходи быстро. Вот сюда вот теперь. Не обходим их как-нибудь. Как-нибудь обойдем. Что ты не можешь? Ё, как много приехало-то, а? Ё, там еще где-то бегают. Так, извините, мне сейчас такой вид очень сильный. Очень сильно здоровье мне понадобилось. Не успел, сколько у нас осталось, не знаю еще. Ну ладно, продолжаем. Перезаряди. Патроны нужны. Не надо мне тут брать оружие. Так, вот мне сейчас нужно больше. Здоровье мне не нужно. Волосатику нашему. Так, ну-ка, да, сейчас зайдем сюда и патроны возьмем. Так, патроны вот тут вот были. Двадцать пять осталось. Как вы хорошо стреляете, кстати, да? Хорошо, он, кстати, перезаряжает. Положи. Тебя никто не заставлял. Так, он с той стороны, они идут, да? Так, давай с этого постреляем. Так, не, еще рано. Так, не, пока продолжаем с дробовика стрелять. Чего? Продолжит, конечно, что-то мне прекратил как все. Так, давай обойдем.
окно. Зайти в этот момент мы не удостоились. Так, уходи, уходи быстро. Так, распестречка немного быстрее. Приехали. Обратно ее. За грузовик. Куда-нибудь сюда вот. Так. Ну ладно. Осталось всего лишь 13. Бери автомат. Мы плюс-минус не знаем, мы плюс-минус не все знаем. Перезаряди. Их увезти оттуда. Сняли, да? Вот так вот. Блин, как это много там собралось-то. Прям сейчас очень много. Не, в эту сторону. Нет. Поумнее он был, чем другие. Да лежи ты. Все, трупак уже. Не сумел ты. Так, ладно. Ну и вот здесь где-то. Её уже сзади бегают. Её, гадёныш. Так, где-то вот тут у меня очень много патронов пишут. Они сейчас все пошли в эту сторону. Oh, все, уходим. Увели ты, мы их увели. А вот патроны взять меня еще не взял. Так, вот она вроде заправка была. Йо, чё так вы собрались так? А чё он бегать не умеет? Чё-то вы очень быстро собрались-то уже. Ай, тут уже это уже окружили. Еще одна осталась. Ладно.
сейчас постреляем. Ё, здоровья-то мало. Хотя, блин, жадность погубила. Я хотел автоматики эти забрать, которые они вооружены были. Жадность погубила. Если бы не жадность, все было бы лучше. Все было бы проще. Но, извините, жадность погубила. Ладно, с дробовиком пока пробежимся. Пока пробежимся с дробовиком. Как они через стенку видят. Так, полежу пока. Здоровье нужно. Здоровье мне очень нужно. Sometimes I think I kill them too fast. Destiny fulfilled. Ну? Так, пистолетик дай лучше. Вот так вот. Раздавить по шмаку. Так, теперь нужно взорвать. Просто в канистру. Взорвали. Все, второстепенный мы все сделали. Осталось 62. Так, кто там сзади там бегает? Неизвестно, да? Да что ты вы думаете? Так. Так, где эти менты же бегают? Я уже вон сколько народу положил, а тут еще они еще даже не думали. И они еще про это еще и не знали. Сорок восемь. Тем временем. А вот и они. Перезаряди. Перезаряди. Я куда уехал? Здесь теперь. Уходи. Да, быстро. Нужно срочно здоровье где-то искать. О, вот они, здоровье.
Не, жестоко ты. Тебе бы ужасти как такими стрелять, не сниматься. Типа, пятница 13-го, да? Хэллоуин. Вовремя спохватился, вовремя. Так, давай еще немного подальше. Здоровье нужно. Так, эти пока рано, еще эти не приехали. Я быстрее перезаряжаюсь. Йода снова задавил. Хе. Просто взяли, задавили. 427 остался. Ну, теперь да, тогда можно и этот использовать. Так, лучше уйдем. Лучше людей найдем сейчас. Добровольцев. Добровольцем не хотят быть. Придется заставить. Ему только это здоровье пополняет. Больше у него аптечек нету. Тоже патронов уже мало. Ай. Так, ну я быстрее их. Мне только в аптечке быстрее попадавать. Так, они даже не вылезали даже. Что-то не стукнул его посильнее. И там еще народ. You reek of weakness. You cunt. Так, вот здесь еще один есть. Да молодец, что поздно. Ай. Да, надо далеко на север уйдем сейчас. Тут у нас кандидат еще находится. Да побыстрее можешь. Я что-то сразу-то его не убрал-то. Так, где ты? Один. Ой-ой-ой. Катиком.
Зачем брала пистолетик ты? Рассказывай. Fucking worthless. Блин, здоровья сейчас она вообще мало-мало. Надо нам еще 18 убирать. Shut the fuck up and die. Так. Можно взять сейчас пример вот этот. М16 можно взять. И как-то этих постреливать. Ну так нужно аккуратненько их постреливать. Это как денежки сейчас все. Примерно хотя бы. Ага, честно, находится вот тут вот. Что-то забыл. Прикольно, я их даже не вижу особо. Так, отойдем. Блин, а здесь нельзя так заходить. Ё, вот вовремя. И здесь вовремя. А, кстати, здоровье нужно. Йо, они же близко. Так. Anywhere, all. Please, please. That's the spirit. Так, ладно. Уже два автоматика. Нам тоже уже нет. И так сильно нужно. Ждем. Еще патроны. Извините, вы сами начали первые. Угнать грузовик спецназа. Йо, здравствуйте, вы хотели меня задавить. Ай, куда? Сюда. За угол. Положи на место, не взял. Так, теперь нужно где-то вот так уходить. Он грузовик не ходит,
грузовик находится где-то вот тут на дороге, где-то вот здесь, да, вот, да? Вот он. Все, садись. Now down the railway. Something's telling me. Пока они там меня ищут, я уже уехал. I mean, there will be... Ну да, мы тут сейчас очень много народу положили. Прям до хрена. Серия, как я понимаю, сейчас будем записывать без ну, приветствий за это окончание. Просто берем, заканчиваем серию. Так что я все нажимаю на паузу. И сразу... Все, давайте, закончили.